А в другом уголовном деле круг подозреваемых определен. По требованию прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело на 4 организаторов фонда «Гафаров и партнеры». Учредителями организации являются челнинские предприниматели Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев. Все фигуранты подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они создали финансовую пирамиду. В ее рекламной кампании в сети интернет приняли участие известные футболисты, ведущие и другие. Прокуратура установила, что с октября 2019 по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами 6 граждан на общую сумму более 5 миллионов рублей. Эрик Гафаров в марте прошлого года был объявлен банкротом, но, несмотря на это, скрыл полученные доходы. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него еще одного уголовного дела за неправомерные действия при банкротстве.